если все, во что вы верили в детстве, было реально? Привет. О, ты гляди-ка. Знаешь, она просто идеально нам подходит. Она тебя видела? Сейчас покажусь. Что задумал? Не надо. Бу. Стой! Нет, 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 Бу! Здрасте! Ой, черт. Плод фантазии Джона Красински. Это все? Так чудесно! Что здесь творится? Это вполне логичный вопрос, учитывая... Я ВД. Въехала воображаемый друг. Наши дети выросли. Нам нужны новые. Ты спасешь всех нас. Это кого? Не говори ВД. Пускай скажет, а не то он сейчас просто взорвется. Ладно. Спасибо. Готова войти? Неизвестно, кто прячется за этой дверью. В будущем году. Мы должны помочь? Да, должны. Чтобы попасть в этот мир, вы должны поверить и увидеть. Надень штаны. Повторять не стану, ты всех раздражаешь. Рад, что я живу один. Детки! Кажется, кто-то создал невидимого друга. Воображаемые друзья. Только не смотри в глаза. В какой именно? Ты сама знаешь ответ. Вечер бинго. Спасибо, что взялись. Для нас это очень важно. Кони Айленд. Только в кинотеатрах в 2024 году.